К ситуации в Сирии. Правительственные войска развивают наступление в провинции Алеппо и вплотную подошли к крупному городу Идлиб, который считается оплотом террористов Исламского государства. На подступах к Идлибу удалось освободить несколько важных населенных пунктов у границы с Турцией. Как заявляют в сирийском командовании, перекрыты каналы, по которым с территории соседней страны боевикам поступало подкрепление. На этом фоне пришла новость об очередной массовой расправе в Ираке. В Мосуле палачи Исламского государства казнили 300 человек. По словам очевидцев, это бывшие сотрудники полиции, военнослужащие и гражданские лица.